почему я иду первой? Оно встанет, оно встанет. Либо прыгать, либо нет. Сейчас я попробую проехать с каменным лицом. Всем привет! Мы на острове мечты! Сегодня мы идем кататься на огромных страшных горках. И прямо сейчас мы идем в комнату страха. Да. Почему я иду первой? Да мы первые. Люди! Дай руку, пожалуйста. Нет. А мы туда пойдем? Нет, это просто зеркало. Пожалуйста, они меня облепили, я не могу идти. Трусы? Вы что, трусы, дети? Ну-ка, покажите, что вы... Ой, ты офигела! Лера, хватит бояться, она как-то ушла. Оно сейчас встанет. Оно встанет, оно встанет. Господи! Здрасте! Тут не страшно. Отпускайся. Пока. Отпускаем. Привет! Забегай! Но вначале мне было супер страшно идти, вначале было страшно, а потом уже как-то не очень страшно оказалось. Ну, пока, нет, боюсь, но очково, но в принципе, типа, не прям. Я иду одна сейчас, нет? Тут сейчас станет человек. Тут кто-то воскрес! Я говорю, уже попробуй. Кира, иди подойди! Подойди! Кира, идем! Идем! Не трогай меня! Сейчас тут такие зашевелятся. Это странное, страшно. Вот. Не трогай меня! Пока. Не трогай! Я не понимаю, но хорошо, я тебя уже... Это не так страшно, как там. Вообще было круто. Раньше была бензопила, все было. Не было страшно. Я очень боюсь всяких вот таких страшилок. Вот здесь у нас в Москве реально одна из самых страшных комнат страха в мире. Соглашусь, да. Но у нас тут реально люто. Очень лютые страшилки. Ну блин, а я хочу, чтобы они прям нападали. Woo!
страшно? Нет. Покажись. Спите. Не знаю, если он захочет. Майя, как тебе? Идеально, вообще не страшно. Только меня пугает, почему мы стоим на месте. Либо прыгать, либо нет. Никак. Еще раз! Твою ж дивизию! Отлично, мне понравилось. Это, конечно, не супер страшно, но классно. Да, нормально. Лея, куда мы идем? На Вова Тур! Нет, там не страшно, страшно будет вон там вот. Все, идем? Сейчас я попробую проехать с каменным лицом. Пошла туда. Ну вообще нет, прикольно типа, но все равно не так страшно. Ну, горка классная сама. Да. Ну вот Тора вообще не страшно. Вот я боюсь, знаешь, на чем вот на этой штуке. Мы сейчас туда и пойдем. Печалька. Да мне страшно! Все. Нет, все, все. Второй раз еду, скажи, пожалуйста. Мне понравилось. Я просто ни разу на ней каталась, но сейчас я только прокатил. Бутылочка. Жаль, что такого поезда до дома нет. Я бы прокатилась. Но тут не только горка, тут и целый комикс. Я коллекционитель комиксов, ну нормальный комикс. Ладно, ребят, давайте. Офигенно! А я без руки одной держалась. Я молодец. Ну что, как второй раз? Я хочу третий. Третий был прекрасный. Вау, как это было круто. Мы на всем покатались. Лея, что тебе больше всего понравилось? Американские горки. Майя, а тебе, кстати? Да, настроение. Ледяная карусель. А мне больше всего понравилась горка Молот Тора. Мы так там сильно качались, у меня аж заболел живот. Лея, а как тебе горка Молот Тора? Мне очень понравилась, она такая буйная. Буйная. Чтобы увидеть наше следующее приключение, подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока!